Большая экспедиция на каяке. В Одессу прибыл путешественник Сергей Гордиенко. Мужчина намерен совершить грандиозную экспедицию, пересечь Тихий и Атлантический океаны. Начал он с малого, с тренировки. Так Гордиенко предстоит пересечь более 4000 километров по воде на каяке. Часть пути от Днепра до Одессы он уже преодолел. Дальше поплывет к берегам Турции и финиширует в Грузии. Все это в рамках проекта «Aqua Solo Trans Global». Я думаю, что, наверное, важно, что вот и мои размышления, и моя практика, она поможет людям в этих ситуациях, или хотя бы попробовать. Человек, он призван этот мир сделать другим. Он должен это осознать. Пусть у нас будет много языков, но пусть у нас будет одна идея – мир, любовь, дружба, счастье. Гордиенко не собирается на этом останавливаться. Путешественник планирует покорить еще больше водных просторов, чтобы доказать, что украинцы могут все.